здесь карасик. Ви бачите, сьогодні буду на ультралайтове удилище з тестом 1,6 грам. В качестве оснастки поплавок с кормушкой. Чтобы сделать снасть, мне понадобится флюорокарбон 0,23, 0,16, крючок 12 номера, маленькая кормушка, самая маленькая пружинка и поплавок с тестом от 3 до 6 грамм. Отмеряю 1 метр флюорокарбона 0,23. Глубина в этой речке до метра, потому я отмерил метр флюорокарбона. Привязываю этот флюорокарбон к основной нити от удилища. Одеваю резиновый стопорок. Завожу поплавок. Далее надеваю еще один стопорок. Одеваю скользящую кормушку. И фиксирую третьим стопорком. Перед поплавком у нас находится стопор, которым мы регулируем глубину. Далее идет скользящая кормушка. Тоже стопорки можно сдвинуть. А здесь делаю петлю для крепления поводка. Поводок я ставлю из 0,16 флюорокарбона. Привязал крючок, поводок делаю сантиметров 10 и одеваю его в петлю на основной леске, которая идет возле кормушки. Петля в петлю. Все, снасть на карася готова. Буквально потратил 5 минут. Вдома за 15 минут сделал вот такую кашу для этой пружины. В кастрюлю наливаю 1 стакан воды. Добавляю щепотку соли и столовую ложку сахара. Полстакана перемолотых семян конопли. Семена конопли можно купить в рыболовном магазине, но дешевле будет купить оптом в интернете. Перемалываю семена конопли в кофемолке. Главное потом не забыть помыть, а то кофе с утра будет чересчур бодрое. Далее добавляю стакан пшена и варю на среднем огне 15 минут, постоянно перемешивая. Затем добавляю полстакана манки. Каша для пружины готова. Беру немного каши и забиваю в эту пружинку. Проверяю, чтобы кормушка скользила. А на крючок надеваю червячок. Забрасываю снасть в воду и выставляю глубину. Поплавок с кормушкой я ставлю под углом примерно в 45 градусов.
такие классные карасики клюют. Еще один. Вот так поплавок выложило. Эта прикормка закончилась на кормушке. Нужно доугрузить. Ого. На пучок опарыша взял карасик. За краешек губы зацепился. Тихое классное местечко. Вообще класс. Ой, клюет. Караси клюют буквально через каждых 5-10 секунд. Отдай.
Поплавок с кормушкой однозначно рулят. И каша тоже по новому рецепту сработала на ура. Еще на донке позже проверю. Пару килограммчиков на жареху будет. Если видео понравилось и было полезным, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.